Привет, друзья! Я думаю, вы давно хотели начать заниматься продажей цифровых товаров через интернет. И сегодня я расскажу вам простейший способ, как быстро начать продавать что-либо в интернете прямо сейчас, прямо в эту минуту. Для этого вам понадобится такой сайт, как Вархиви.ком. Что такое Вархиви.ком? Вархиви.ком – это торговая площадка, которая собирает в себе людей, которые хотят что-либо продать, и приводит людей, которые хотят что-либо купить. Если вы хотите продавать, заниматься продажей цифровых товаров, то вы должны определиться, какой именно товар вы хотите продавать. Если это, к примеру, игры, вы размещаете свой товар в разделе «Игры», например, «Ключи к играм». И после чего вы размещаете свой товар вот в этой таблице. Если же вы хотите получить специальное размещение в рекомендуемых товарах, которое будет всегда находиться выше остальных, то это небольшая платная услуга, которая стоит сущие копейки, то есть это действительно выгодное предложение, вы можете быстро отличиться от ваших конкурентов и быть всегда на виду. Кроме этого, вы можете заниматься продажей других товаров, которые не принадлежат вам. То есть вы абсолютно легально будете продавать товар другого человека. Допустим, кто-то разместил какой-то товар, а вы хотите получить какой-то процент от того, что вы поможете ему продать этот товар. Допустим, он стоит 10 тысяч. И если данный продавец разрешает продавать свой товар через агента, а вы хотите выступить в роли этого агента, то вы сможете заработать определенный процент от этой суммы. К примеру, если это сумма 10 тысяч рублей, а вы получите 10% с продажи, то ваша прибыль будет равна 1000 рублей. То есть это отличный способ заработать, если вы еще не нашли поставщика товара, или вы еще не придумали, что продавать. Либо же даже, если у вас есть свой ассортимент, вы хотите просто увеличить заработок, то вы можете использовать эту прекрасную функцию. Все основные моменты мы изложили в видео инструкции, поэтому если у вас есть какие-то вопросы, заходите на страницу с видео инструкциями и ознакомьтесь с регистрацией, с добавлением товаров и прочим моментом на нашем сайте. На этом все. Спасибо за просмотр. Обязательно зарегистрируйтесь на этой странице. Расскажите об этом своим друзьям. Спасибо. До новых встреч.